Александр Хананьян. А теперь не говорите, как называется инструмент. Покажите всем. Дудук. Вот, молодец. Встаньте, пожалуйста. Встаньте. Зачем? Закиру тогда. Молодец. Да это не я, это она. Женя, пожалуйста. Ну, у нас вот эта перебарка ни к чему. Сказали вы верно. Да. Дудук, покажите. Я озвучил. Александр, покажите. Вот этот инструмент делается из, руками из вишневого дерева. Очень здорово. Абрикосово, да. А это тростник. Из камыша. Да. И один философ сказал, что в этом инструменте вся душа армянского народа. Там и слезы, и плач, и любовь, и мечта. Все там. Ну, пожалуйста, сейчас прозвучит песня «Ох, Сирун, Сирун». Переводится. О, красавица. О, красавица. Да. А я вас пою так. О, красавица. Можно еще что-нибудь на дудуке сыграть? Нет, пока не.